Под рождественской звездой – так называется выставка-конкурс во Дворце детского и юношеского творчества. Люберецкие школьники прислали свои поделки, рисунки и фотографии на праздничную тематику. Конкурс организовали в рамках 15-х областных рождественских образовательных чтений. Бумажный щелкунчик, дом из пенопласта, елочные шары из пайеток и непохожие друг на друга рисунки – это малая часть того, что представлено на выставке. Здесь в каждом предмете волшебство, присущее любимым праздникам – Новому году и Рождеству. Она посвящена предстоящему празднику, Рождеству. И наши детки, обучающиеся Дворца детского творчества и общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы, с большим удовольствием принимают в нем участие. Данная выставка способствует приобщению наших детей к нашей русской культуре. Выставка проводится уже на протяжении 3 лет, и, как отмечают организаторы, количество конкурсных работ только увеличивается. Посетить ее могут все желающие, а итоги конкурса декоративно-прикладного искусства будут подведены после Рождества. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.